Вы сегодня пришли сюда целенаправленно посмотреть на арку, да? Целенаправленно. Угу. Мы ее из окон дома наблюдаем, но плоховато видно. Закрывает большое дерево, а тут очень интересно, все хорошо просматривается. Разговор был весь вечер только о ней, чтобы хорошо ее доставили, благополучно все было, море было тихое, спокойное. Ночью ее видели, как потихоньку с вечера перевозили и все. А дальше, когда уже встали, уже она возле моста здесь стоит. Так что такие дела. Ну, так хорошо. Скоро будем ездить. Хочется уже по мосту проехать? Ну да, конечно, хочется, потому что добираться достаточно проблематично. Построят, вон красиво все делают. С окна все видно. Все хорошо будет. Утром я проспал, честно говоря. Когда я проснулся и пришел сюда с сестрой, арка уже стояла вдоль канала, так вот. Вот сам процесс транспортировки я пропустил. Жаль. Но хочется, да, посмотреть процесс? Хочется, но я уже на солнышке перегрелся. Мое вот уже давно такое вот, как говорить, терпение выждать, когда она будет, эта арка, поставлена и как она будет поставлена, каким методом. У нас родственники в Краснодаре, и нам тяжело переправляться, хотя мы живем на переправе вот рядом, но ездить на автомобиле туда нам будет очень удобно и выгодно. Я вчера здесь караулил, сегодня новости увидел, что поднимают. Ну, арку-то я увидел, а больше пока ничего не видно. Уже видно, особенно сбоку, так хорошо он как поднимается на эстакаду, на эту, на арку. Классно. Ее сначала спустили, а потом так медленно-медленно нашла туда. То есть ты прямо ночью наблюдал? Да. Не спал? Интересно, да? Да. Ну, я смотрела онлайн. Хочется уже по мосту поехать? Конечно. Когда мост построят, к нам родственники приедут, да, из Беларуси, из Москвы. Телевизор был включен, и мы наблюдали. Все смотрели. То есть мы постоянно находимся вот в таком близком соединении с нашим Крымом. Скажите, хочется уже по мосту проехать? Так это у нас первый план. Мы обязательно по ним проедем. Мы уповаем на это и радуемся за кирчан, за наших земляков.